тем более от него зависит в тайге ваша жизнь. Вот смола. Вот такая штука. Вот видите, чей-то след. Следопыты понимают, четко определяют, чей это может быть след. Давайте поближе его, заснимем. Ну, прошел уже маленько давно, туда ушел. Кадира, давайте не подойдем. Тут, наверное, обойти лучше. Так думаю, наверное. Нет, так попробуем. Так. Оп, просто перешагнуть и все. Ого. Вот такая вот штука. Ну вот. Смотрите, сколько тут. И тут, наверное, механическое повреждение чего-то. Вон сколько ее. Ой. Кедровые, которым кедр дает сам. Великое могучее дерево. Тоже вот прям можно брать и отщипывать. И потеков множество. Ну, в самой тайге не так много снега, как на открытой местности. Маленечко. Поменьше. Пихтушка была, пихта. Закрепили пакет. Вот так получилось у вас. Вот так вот смотрится. Вот. Обтыкали все, чтобы у нас все падало в пакет. Вот. Теперь пробуем снимать. Все, что хрупкое, это смола. И она попадет прямо к нам. Вот видите, какой большой кусочек. Вот смола. Кедр нам ее отдал сам. Заказывайте у меня, телефон записывайте. 8-965. Нет. Телефон. 8-965-903-41-67. Вот она, красавица. Время брать смолу с кедра не быстрое. Поэтому нужно брать ее осторожно. Вот видите, какие кусочки попадаются. Сейчас вот этот такой кусочек. Но это уже будет кусочек. Он у нас будет с корой. Маленько. Вот этот сейчас попробуем. Вот так вот. Все пошло. Но все у нас осталось на месте. Видите, какой большой кусок. Нет, давайте попробуем. Аккуратно. Вот у меня отвертка с желобом, переточенная болгаркой. И вот так вот. Оп. Ну да, хорошая штука упала. Ну, по граммам она будет немного весить. Это вам 100% будет понятно. Ругается кто-то там уже у нас. Ну, какой-то смол тоже здоровый. Ну, давайте сейчас с ней попробуем. Видите? Начинаем снимать. Немного, короче, там теряется. Ну вот. Теперь мы можем этот кусочек смолы в ботинки кедра
снять. Давайте попробуем. Ага. Так-то просто это все. Вручную это дело невозможно. Сейчас подкрадем его. О, о, пошел большой кусок. Эх, сколько летит. Так, верхнюю, по-моему, часть отломили. Вот он. Пожалуйста. Янтарь. Кусочек меда. А тянется он вообще длинно-длинно. Вот, здесь тоже, тоже. Берем. Эх, батенька, спасибо тебе за такой подарочек. Вот она, красавица. Кедровая. Кедровая живица. Еще один кусок подарочный. Ну, вот видите, какая полностью медом наполнена кедровой смолой. Вот он. Вон какие ошметки. Видите? О, какие самородки. Вон какой. Богатый. Вот видите, береза, да? А это вот начинает капа расти. Видите? Береза будет выше, если она, конечно, будет расти в этом густом лесу. Ей позволит. Света дадут. То эта капа будет большая. Вот наросная береза. И видите, кап их много. Вот давайте смотреть. Видите, какой он? Вот такой он. Вот еще одна. Их много достаточно. Обойдемте вокруг. Вот она. Если береза разобьется, то из этих вот этих начинающих расти наростов вырастет кап. Вон снега сколько выпало. По пояс вообще. Елки красивые. Елочки. Маленькие. Красавица. О, какая она. Малыш. Малыш. Ой, синица какая. Тетушка. Здоровая. Вот на листьях вот, вот эта белосмолка. Так называется она. Белосмолочка. А сама она. Ёлки, вот алки колдова. Так. О. Да. Наш путь лежит. По габаритам не прохожу. Понимаете? Оба! По габаритам еще пройти надо. Ну как вот тут пройти? Вообще никак. Придется, ну, к той малышке подходить. Отлично. Вот так вот. О, это вообще спряталось. В одежду оделась. На зиму укуталась. Да. Вот так вот. Обойдем мы это. Ночевать тут хорошо, наверное. Лабаз сделай. Вот оба. Вообще, ребята, снегу. Снегу бью. О, лег. И спи. Костерчик развел. Надью сделал. Ну, может, придется сегодня. Тоже это дело. Ночку провести тут.
тайге. Аки, дружка. Эти маленьких защищает снег. Они пока маленькие, в снегу перезимовывают. Так что если есть саженцы, накрывайте снегом на зиму. Вот. Сама матушка природа все предусмотрела. Маленьких защищать. Вот. А то, что повыше уже укоренилось, можно и не так. Батька могучий. О, зачем? Еще один лапу разбросал во все стороны свои веточки. О, тоже тут у нас. Давайте. О, упала. Ой, извиняюсь. О, видите, сколько смолы. Давайте посмотрим. Вон она, видите, как просто. О. Подошел и бери. Сколько тебе надо было, старче. Опять сказочные. Тут тоже сказки какие-то. Не перелезу. Надо будет обходить надо будет. Видите, на лестнице вся усыпана в каких-то охламончиках. Бахламонов. Тоже нарост. Что за наросты? Ого. Провалился. Еще раз провалился. Вот пихта. Из пихты коры можно делать хорошую черепицу для шалаша. И тут и не видно, где. Сейчас они все сдулись, видно. Смоленные кармашки. Очень плохо она кедрушка еще. Видим, да? Молочек. Попробуем снять его. Да, он снялся без проблем. Ух ты. Тут тоже, да? Сколько этих. Вот и живая. О, отщипнулся. Вот видите. Так. Вот по таким она и грамма не вешает. Если разобраться, вроде кажется кусочек большой, а веса в нем практически и нет. Вот такая вот парадоксальная штука. Вот и поймите, почему так дорого стоит кедровая живица. Походи ее целый день, пособирай личное время своего удовольствия. Вот, и все, больше она нам ничего не хочет отдать. Вот эта кедра. Вон какая она. Не катит от руки. Вот обычно где засмолки бывают, кора вот так, видите, отстраняется. Ну вот этот кое-как оторвало. Это что, боярышник, что ли? Похоже, как ветки. Боярышник, кого какие-то. Ветки. Какой чепушник, а. Елочки. Красотки. О, на счет наступил. О, опять провалился. Темнеет уже.
Темнеет, надо готовиться к ночлегу. Заранее зимой. Вон, видите, вот это кедр. Видите, какой лапистый. Раскинулся, молодец какой. Могущий. Могущий. Кедр. О, и рядом тоже кедр. Вон какой толстый. Видите, стоит. Вон какой. Ух ты. Ого. Куда ушел? Вообще чуть по шею. Совсем уже. А тут видите, как они. Какой парадокс. Сплелись, да? Пасынка, короче, да. Ого, он какой. Пасынка. Да. Пасыночек. Пасынок засох. Не хватило ему чего-то света или чего-то еще. Ого. Ого. Провалился. Ого, как же могучий. Дяденька. Вообще могучий. Видите, у него смола как и полностью пробились. О, вон, видите, какая прелесть. Там кусочки, видите, так вот и она падает. Так падает. Мы ее найдем, наверное, да? Да, мы, скорее всего, ее найдем. Что упало, то не пропало. Вот видите, кусочек какой. И тут надо точно все подтыкивать. Какие куски, видите? Как дупло какое-то. Вот такие. Вот и провалился. Ого. И опять. Вот да, пейзажик. Если посмотреть вот так. Красиво. Красиво. Если вот так ходить, да? Все. Осматривать. Ну да, согласен с вами. Да. О, еще один товарищ. Опа, провалился. Тоже вид. У нас два кедра. Два кедра. Могучий. Ребята, я, по-моему, заблудился. Куда идти, не знаю. Хорошо, хоть спички есть. О, вообще какой здоровый. И это все дядюшка кедр. Со всех сторон ровный. Вообще обхват я не знаю, ребята. Обхват вообще не обхватишь такую дядьку. Тут у кого-то, видите, какой-то порог есть. Порог какой-то. Непонятно, что это. Но так все вообще без изъяна.
лет 200, наверное. Не меньше. Здорово, Ейка. Здоровый. Ух. Ничего не видно. Ничего вообще не видно. Ничего не видать. Уже. Ну давайте. Будем выживать здесь. Ноги замерзли. Все замерзло. Я бы хотел тепла. Тепла хотел бы. Что это было? Ого! Что за хлопок? Вообще, ребят, я так напугался. Вообще какая-то... Что это было такое? Первым делом нам надо найти березу и взять с нее коры. О, по-моему, девочка стоит. Березка. Но до нее еще добраться надо. Не медведи ли это берлога? Что же тут бояться начал? Полностью она. Вообще не пройти нам. Да, а тайга нам к ней не пускает, к березке. Но мы должны пройти. Как-то пройти. Надо как-то пройти к этой березе. Нам нужна. О, тут ребят насеялось. О, вот березка. Вот она наша. Вот, нам нужна вот эта кора. Собираем кору. Хорошая, добрая береза. Видите, как сходит. О, какой бумагой. Вот так вот. Сейчас наберем побольше. Спасибо, березка. Тебе. Теперь нам надо пойти обратно нам. А где, откуда мы пришли? А, по следу можно идти точно. Да, по следу можно идти. Кора выпадает. Ноги не слушаются. Что это за щелчок-то был? Я не знаю. О! 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 Ого! Вообще, попоясняк. О! 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 Заодно можно елочки набрать, вот эти сухие веточки. Это все то, что нам нужно. Поэтому давайте их сразу несколько соберем. Потому что, чтобы сделать несколько дел и маленьких, и побольше, соберем. Вот так. О, наше огниво. Ну вот уже вообще темно. Подумал, что я вон. Блин, темно уже. Вообще ничего не видать. О, попало свой след. Лапка какая, сама хочет гореть. Так, все. Так, так. Проходить как-то надо. Как я проходил? Габаритные, габариты.
проверяют. Так. Ну вот. Такие вот такие места можно искать. Вот. Только под ватником, чтобы снег не упал. Не разводить костер. Ну, у нас как бы только под... Идем вот так. Вот тут как раз пойдет. Вон, видите, на буху. Но... Вот тут вот. Хорошо, по-моему, будет. Ну, как ядбонечек, да? Ядбонечек. Лучше бы, конечно, вот там. Там. Давайте посмотрим. Место правильное надо выбрать сразу. Тайга ошибок не любит. Вот. Как будет древесина завалена. Вот и посидеть можно. И отбойник под надью. Да? Только торчит, сук. Но он уже пойдет в дрова. Маленько, конечно, все это мы должны обтоптать теперь. Так, огниво положить. Руки, потому что уже не слушаются. Холодно. О. Место обтоптать. И шапку вот эту надо сбить. То она упадет на наш костер. Вот. Так. Теперь надо веточек других вот побольше, чтобы у нас на чем первоначальный огонь не потушился. Найдем. Вот сук. Видите? Уже природой дан. И вон сучья. Вот с того сейчас пообломаем. Вот давайте вот этот сук заберем. Он висит, значит он сухой. Он наш. Он нам надо. О! Добро. И сейчас подойдем. Пообломаем вот те еще. О! Вообще. О. Так. О! Встал и упал. О! Вот таких надо. О! О! Вот это дело. Вот это дело. Вот это дело. О! Сейчас тренинг. Ох ты! По рукам вообще отдается. По рукам отдается. Так. Опа! Опа! Упал тут опять. Тут вообще какой-то. Какой-то этот. Так. Все. Теперь аккуратно все это укладываем. Этот сук с лиственницы. И должны быть шишечки. Шишечки долго горят они. Вот. Так что это хорошая штука. Укладываем, чтобы он перегорел у нас пополам. Вот так. Вот. Вот это будет хорошее. И сюда положим сейчас шишечки еще. Вот так делаем. Должно быть хватать. Создали первоначальную площадочку. Вот такие скрепки сучков. Ну вот. И теперь будем разжигать бересту. Также принесли еще вот сухостойну. Вот такая вот штука. Зажигалки в мороз не работают, поэтому всегда при вас должны быть огниво, либо спички. Так, берем кусочек бересты. Сейчас будем с вами зажигать огонь. Так. Так, кора, чтобы горела правильно, надо сделать так. Вот смотрите, разрываете. Я этого сделать не успел. Надо вот так, чтобы крест-накрест она перекрывалась друг друга. Тогда та скручивается это. Та скручивается это. Вот они, чтобы перекрывались. Все, ложим. Кладем. Бересты должно быть хватать. Хватать должно бересты. Так. Вот только загорелось. Берем небольшие наши принесенные веточки
и накладываем домиком. Просто положим вот так. И береста где наша? Так, береста должна быть под рукой. Так, все, теперь кладем веточки, которые мы принесли, небольшие. Видим, у нас береста хорошо занялась, дегтем покрылась. Так, веточки ломаем. Так, так, так. Надо же даже вот такие вот мелкие. Сейчас я. Ну вот видите, ребята, огонь как ребенок, требует бережного отношения к себе. Тем более от него зависит в тайге ваша жизнь. Теперь можно рядышком вот так как бы невзначай положить и крупненькую. Вот, а у нас тут еще есть. Торопиться, спешка тут ни к чему. Будете торопиться, действовать необдуманно, когда у вас онемели руки. Это очень тяжело. Все, теперь придется нам пойти крупные, когда вот так уже, видите, угли есть. Вверху ничего нету. Вот эта шапочка нехорошо висит. Хорошо надо все прочищать. Вот. Ну вот такая вот последовательность действий должна. А вообще так не делается. Делается все мудро. Сначала приходите в лес, где будете охотиться или что, заготавливаются дрова, обедается, а потом только идется на промысел, а не как мы с вами, когда прижало, тогда даже осталась вот еще частица коры, ну ее бы не следовало зажигать, но сожгу. Все. Ну вот стенка будет, можно тут хорошо даже расположиться. Вот сюда бревно положить еще дополнительно. Это валежина будет обгорать, она так и нужна. Валежина, короче. И отбой тепла будет в вашу сторону. Вот так. Спички, да. Зажигалка ничего не действует. Не действует зажигалка. Спокойно можно переждать. В такой тайге, короче, ветра нету. Это большой плюс. Вот. Поживите таежной жизнью. Звезды вон появились. Огонь — это жизнь. 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 Это надо просто жить. 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 У нас наготовлено, видите, уже как бы одна. Ну, туда положим потом. Еще отбойничек сделаем. Сыринки обязательно должны присутствовать в костре. Сухие для рожек. Пыхнули и все. Они нужны для того, чтобы на сырых дровах создать угли. Они угли медленно икшают, инфракрасное тепло дают. И постепенно прогорают. Не так, как порох. Пых и все. Сухие. Сухие только вот дилетанты делают.
Таежники все основано вон она уже. Тем более листва еще. Ну, долго гореть будет. Она лиственница, плотная порода и крепкая. С нее недаром где-то в Санкт-Петербурге порты делали. Есть огонь, можно сказать, мы с вами выжили. Даже камера что-то, я не знаю, запотела. Ну тогда что-то щелкнуло, я не понял. Либо предупреждение отойди, что живи по закону. Поступай правильно, мудро. Да, предупреждение было, наверное. Какой-то хлопок такой. Непонятный. Пух. Вот. А если живете постоянно на одном том же месте, тайге, то везде там, там аж мёток. Когда есть угли, проще всего разжигать костер. Просто берете вот такое бревно, например, перегоревшее с углями, разворачиваете его и на нем разводите костер на углях. Ну и такие, все есть, всю матушку природа отдаила. И кедровым, кедровым рекам. А в пустыне что вы будете делать? Ни дров, ничего в открытом пространстве. Да и вам там что делать? Так, ну если самолет, конечно, если только авиакатастрофа упали, то тогда тайга вас спасет. Она гостеприимная, приветливая. Но ошибок не прощает никогда. Есть дрова, есть чем питаться. Вот видите, какие угли остались. Уже нагорели. Лиственница. Это, походу, сучок. Они от сучок-то мы сняли. Он просто даже сухой. Угли дает. Хороший. Вот где стоял мешок. Что-то не понял. Кто-то там к нам снизу, что ли, приходил. Или что там непонятно. Вот какие хитрые зверьки-то в тайге. Вот такая штука.
Опа. Упал. Надо туда. Немного. Немного поломай. Опа. Еще раз. Упал.